поздно легла. Я легла около 5 утра. Встала, считайте, во сколько? Около 9. В общем, у меня на собраться есть 30 минут. Ну вот и прошло 30 минут, я собралась. Вот такой вот у меня аутфит. Рубашечка, джинсики. Мои новые любим. И шумочка. Все, едем, я опаздываю, естественно. Так что все, пора. Какой у меня на сегодня план? Сейчас я еду на фотошутинг. Мне написала девушка, что она будет в Берлине и хочет меня пофоткать. Я такая думаю, супер, я тоже хочу. Она мне показала портфолио, очень красивые фоточки, мне понравились. И мы договорились с ней вот на сегодня. Да, потом мне надо заехать забрать платье, которое я подкоротила, зеленое. Мне там кто-то написал, мол, я там ехала в машине, говорю, вот, это платье купила в прошлом году, почему не ношу, потому что оно мне длинное, еду сдавать. Ну, я бывает говорю не до конца свою фразу, я имела в виду, еду сдавать, укоротить. Мне кто-то написал, не знала, что через год можно сдать. Да, надо забрать платье. Потом я хотела заехать к Мадине на укольчики. Вообще-то мне надо повторить профайл, шею, заколоть и, ну, заодно и губы. Ну, так чуть-чуть. Да, но я думаю, что я вечером... я собралась еще встретиться. Вот не знаю. Во-первых, с подружкой надо встретиться. Во-вторых, по идее, меня на сегодня пригласили на свидание. Я думаю, все равно буду красиво. А, потом я еще еду к парикмахеру. Хочу затонироваться чуть-чуть. Все-таки корни. Немножко мне хочется затонироваться, короче. Я думаю, раз я все равно буду красивая, да, может быть, сходить на свидание. Но если я пойду на свидание, тогда я не пойду к Мадине колоться, потому что, естественно, во-первых, будет видно укольчики, да, прокольчики. А во-вторых, ну, пить нельзя. Мне не собираюсь прям пить, но все равно лучше не рисковать. И я не знаю, что думаете, идти мне на свидание или нет. Пригласил меня врач, шеф Артс, типа главврач, по хирургии, хирургии, сердечная хирургия, да, вот, ну, он постарше, как я люблю, ему не как тому, с которым я была на свидании, тому 41 все-таки вот, 41 еще мальчики, 41 все-таки еще мальчики, там в 20 лет, мне казалось, это мужчины, а сейчас, мне кажется, это мальчики. Не, ну можно, конечно, все зависит от человека. Так 45-50, мне кажется, получше. Что вы думаете? Напишите, кто у меня тут замужем или встречается, ну, в отношениях. Какая у вас разница с вашим партнером? Очень интересно будет почитать. Есть тут такие же, как я, которые любят постарше или... Может, есть, кто любит помоложе, а может, есть те, кто любили раньше постарше, а потом перешагнули какой-то рубеж, и им стали нравиться, наоборот, помоложе. В общем, я не знаю, думаю, ну как думаю, я ему написала, что просто он мне написал 5 дней назад. Я ему только сегодня ответила, ну типа, да, у меня на сегодня есть время. Ну не знаю, будет ли у него так спонтанно, может, он уже там с кем-то другим встречается. Поэтому, наверное, Мадину... придется и отменить. Кто за то, чтобы отменить Мадину? Кто за отмену Мадины? Улетает тишка, а я живу в отдельно. Осталось только небо для полета, только небо. Я приехала в Рейхстага. Рейхстага, да, по-русски. Блин, такой витрина. Вообще не по кайфу. Ребят, мы уже фоткаемся, я немножко нервничаю. Мой фотограф. Я как Оля. Я Оля из Франции. Она меня научила. Сейчас я вам скажу. Je porte cheval. Это называется, переводится как? Что-то слушайте. Лошадь. Я потеряла лошадь. Так что да. В общем, мы отфоткали
меня в таком отлуке. Вот здесь вот. Оля мне сказала, что в современной архитектуре фоткать меня легче, чем в старой. Да, это о чем говорит? Говорит, уже молодая девушка, а не женщина. Сейчас мы переодеваемся. Ну, я. Ты будешь переодеваться? Я тебе тоже взяла. У меня есть трусишки. Я могу переодеться. Легче, чем. А, да, хорошо, я без трусов. Отлично. Нам подходит. В общем, смотрите, какая у нас тут красота. Да, я сейчас одену платьишко, и мы пойдем на Фридрихштрассе. Еще где-то там пофоткаемся. Потом увидите готовые фотографии. Фух, я запыхалась. Мы вот ступенька поднимаемся в инстаграмчике. Угу, молодая архитектура. Так, ну что, пару кадров успели в голубях сделать. Мы очень долго профоткались там. И Оле уже надо было уходить. Но я успела еще переодеться, и тут нормально, у меня машина. Ребята, у меня просто, я подхожу, у меня открыта машина. Здесь сумка, там камера, там тоже сумка. Ну, это вообще... Рядом здесь метро, это просто, как я могла так сделать? Я еще думала, что я, наоборот, закрываю окна, я их, походу, открыла, вместо того, чтобы закрыть. Это капец какой-то. Так, я надеюсь, на меня голуби не насрали. Тут какие-то красивые кадры. Ну, по крайней мере, портфолио Оли красивое. Вставай, вставай на ножки. Вот, давай. Подожди, я сейчас здесь песок стряхну. Все, чисто. Давай, езжай. Опа! На попу, да? Давай, вон там, по лестнице. Или дальше пойдем? Нет? Не-не. Вот сюда, да? Молодец. Нет? Баба, смотри, вон баба. Ух ты! Там вон окошечко. Ну-ка вон, смотри, окошечко. Ну-ка туда встань, посмотри, бабуле ручкой помаши. Встань, посмотри, там бабуля есть. Ну-ка иди встань. Встань на ножки, посмотри. В окошко посмотри. Посмотри в окошко. Соня! Посмотри в окошко. Бабуля, помаши ей ручкой туда. Бабуля! Да. Что-то доктор мой не отвечает. Обиделся, что ли, что я ему не отвечала. Доктор мой. Доктор, вылечите меня. Herr Doktor, kommt sowas oft vor. Ich kann nicht lang nicht schlafen. Ой. Кстати, девушка Оля, фотограф, очень мне напомнила чем-то мою подружку-соседку, бывшую соседку, Ксюшу, такую рыжую. Похоже, вот мимика лица или что-то в лице, прям вот, прям очень, надо позвонить, кстати, Ксюше, давно не болтали. Не люблю тут ездить в центре, ну вот где Бранденбургские ворота, Рейхстаг, тут как-то так, не знаю, везде какие-то столбики, туда нельзя, сюда можно, там нет, куча полиции. Вон, Бранденбургские ворота. Я когда здесь, я всегда как будто бы как турист в Берлине, потому что я здесь редко. Это аллея Unter den Linden называется, под Линден, а как Линден по-русски? Линды? Есть такое дерево, Линда? В общем, под этими деревьями. Не поняла. Сосед пишет. Сосед пишет. Что-то долго пишет, пока не захожу. Что-то он мне пишет.
ссылки что-то. Чё, как было? Ну чё, у меня минус одна подруга и двое в неловком положении. Очень удачно, я тебе скажу. Еще пару таких выходов, и можно переезжать в хале. Молодец, да? Привет, да, сама, Соня, да. Я тебя здесь буду ждать, идем. Держись, держись, идем. Здесь я тоже, давай. Пошли туда. Ой, деду тоже держится. Смотри вперед, держись крепко. Да, я тоже держусь. Да, я тебя буду ловить здесь. А, молодец. Вот, держись хорошо. Сядь на пенек, привет. Отдохни. Отдохни. Спасибо. Сядь, отдохни. Отдохни. Ой. Вот сюда надо садиться. Ой, да, устал. Ой, отдохнул. Ой, да, бревно такое. Оп. Оп. Ты сюда идешь. Привет. Что, испачкала? Вытри. Нашла? Деду дала, да? На. From spinning like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. Забрала платье. Сейчас встречаюсь со своей знакомой на завтрак-обед. Просто потом перед уколами желательно поесть, иначе я упаду в обморок. Вот. И она тоже идет к Мадине, поэтому как раз сейчас покушаем и пойдем. Так, ну что, вот я с кем встретилась, с Аллой. Алла всю ночь гуляла, но не выглядит, да, что гуляла. Меня вчера многие звали на дискотеку. Я так и не пошла, открылась русская, да, опять? Сколько она лет была закрыта? Ну, ты ничего не пропустила, потому что на самом деле... Все то же самое. Не то, что даже то же самое. Даже хуже? Даже хуже, к сожалению, да, потому что контингент, который там вчера участвовал, совершенно другой, не тот, к тем, кому мы привыкли. И самое главное в таких... Но, тем не менее, до четырех... тусовках не пить. То есть в нашем возрасте уже выбираешь. Ты либо ничем не занимаешься, либо ты гуляешь, но не пьешь. Все возможно. А весело так и так. Ну да, я не пошла, но легла я, тем не менее, так же, как вы, в 5 утра. Вот, в общем, мы сейчас пришли. Я хочу салатик поесть. Да. И... Да. Ну, в общем, посидим, и через часик на процедуры красоты. Да. Святое, погулять до утра, на следующий день на процедуры красоты. Ну, еще мы не дошли до той стадии, что мы капельницы ставим. Практикуется у нас в Берлине очень часто. В смысле, не дошли? Я, слава богу, что я уже закончила. А, да? Значит, я просто еще не дошла, и, к сожалению, дошла, слава я богу, уже держусь, что не буду доходить. Ну, зато будем вкусненько кушать. Ну, да. Смотрите, какой у меня цезарь. Очень захотелось мне цезарь, так что сейчас будем жираться. Можно я тебя
после того, когда она съела весь хлеб. Это неправда. Я просто для Аллы освободила корочки. Она сказала, она не любит серединки. Я говорю, ну на тебе корочки, я буду так добра и съем серединки. У нас хороший тандем. Я люблю корочки, Юля любит внутренний этот хлеб мягкий. Так, 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 где это я? My Skin Clinic. На самом деле, мы знали, что май это не просто май, эти точки, там мандиненные инициалы. Так, ну что, Алла закалывает, хочет гриву себе, как у Мадины. Она говорит, ой, Мадина, а как у тебя такие волосы? Говорит, ну вот я колю, смотри, вот 400 евро. Алла такая, хоп, и легла. Тебе что, не смешно, что ли, больно тебе? Я следующая. К парикмахеру я не успеваю. Мы только освободились, время уже 4:30, где я должна быть уже там, а мне туда ехать 45 минут. Я написала заранее, что я не успеваю. Жалко, конечно, хотела затонировать. Но, в принципе, хотя мне все говорят, что я гоню. Ну, не знаю, вот сейчас я смотрю, вот при этом свете нормально. При другом свете мне как-то желтят корни. Ну, ладно, все равно по-любому затонируюсь попозже, значит. И сейчас мы идем дальше с девчонками. Посидим где-нибудь. Вот фрау доктор. Вся в беленьком. Кроксы купила себе. Полезла я тут бардачок в машине. И нашла эти сережки. Прикиньте, которые я вам на днях говорила, что потеряла, не могу найти. Ничего я не потеряла. Там у нас дверь просела. Запрещенка. Хорошо. Ну, ты посмотришь. Я уже лопаю. Смотрите, у нас сейчас по Берлину ходит это... Как это Афенпокен? Чума? Нет. Как это называется? Слушайте этого человека. Как это называется? На ходу выдумывает. Как Афенпокен? У вас сначала придумок. Не забыла, но вы поняли, да? Все, дорогой, спасибо. Тебя можно снимать? Тебя можно снимать? Вот у нас еще новый член. Член нашей общины. Это Диана. Приятно. Давайте. Ой, приятно. Приятного, приятного. Мадина. А Мадина сейчас идет просто на какое-то там открытие и там хочет нажраться, да? Так ты говоришь, какой-то парикмахер открывается новый? Нет, у них открытие уже есть. Там у девушки, которая там работает, 1 000 000 фолловеров. Она да? Она что, она кто? Тиктока. Почему она открывает? Не, она не открывает, она как бы благодарность, что бла-бла-бла, 1 000 000 фолловеров. Везет нас на хамончик. Мусульманка везет на свинину, заставляет кушать. Сейчас мы увидим, как наконец-таки из Мадины сделают красотку. Она и так красивая. Ну, не знаю. Ой, я просто первый раз... Вы просто не знаете ее характер. Скверный. Более вот нам поснимаем нас. Можете снимать, мне это не мешает. Можете снимать, да, можете сниматься, мне же все равно. Проблема в том, что я никогда сама себя не накрашу так, да? Класс. У тебя лицо сразу такое худенькое. Не, ну оно такое, знаешь, децент. Красиво, красиво. Поворачивай к бабуле. Бабуле поворачивай. Здрасте. Нет, не то. Вот. Не так? А какую? Ух ты! На сюда смотри нам. На, Петря. Соня, Соня!
Я не знаю, по-моему, он есть, да, зэк. Так, мы взяли хамончик, давайте попробуем. Тут оголяются. Я раздеваю. Нельзя медлить, да, Юля, тут у меня? Мадина. Ну вот. Мадина. У меня, кстати, сам пасту не съела. Она была вообще никакая. Я попросила, чтобы они добавили чесночка, но она все равно была невкусная. Да, поэтому чуть-чуть подвинемся, да. Поэтому я ем хамончик. Пошлите, да. Да, то я на углу, я опять замуж не выйду. Это квартира тебе. Спасибо. Вы остаетесь со мной. Юля ушла, вас оставила одни. Монтирую этот влог и понимаю, что, как всегда, без концовки. Если иду гулять, мне потом уже не до концовки. Да, отлично провела день, к сожалению, не успела там к парикмахеру, не успела встретиться с подружкой другой, которая запланировала, потому что, ну, уже мы пошли по другой траектории. Вот, после хамончика мы еще там посидели на террасе, выпили вкусных коктейлей, ну, кто-то шампанское, кто-то коктейль. И Мадина нас покинула на какое-то время, и мы с Дианой пошли пешком в другой бар. Прогулялись, так сказать, проветрили мозги, чтобы хватило сил на вечернюю программу. Мы все-таки уже все мамочки, поэтому все силы мы оставляем среди недели дома. Вот, классно посидели, и в час где-то я пришла домой. Вот, в принципе, не так уж и поздно, но просто если учитывать, что я ушла там в 9:30 или в 10 утра, то да, весь день я провела на свободе. Вот, да, на этом я буду прощаться, и мы увидимся с вами в следующих влогах завтра. Так что всем пока, подписывайтесь на канал.